наше время очень популярны системы альтернативной энергетики. Вот поэтому мы хотим вам сейчас представить солнечные коллекторы. Это всесезонная гелиосистема серии SCLH. Представляем вашему вниманию вакуумный солнечный коллектор, который представлен из 10 трубок, номиналы их различные, соответственно, отличаются по мощности. Данную систему можно использовать для всесезонного нагрева воды и использования ее при нуждах ГВС, либо для поддержки отопления. Чем система хороша? Она долговечна, данные трубки градоустойчивые, до 35 мм выдерживают, так что града не боятся. Даже если злой сосед, так сказать, вам нечаянно разбил какую-то из трубок, вы сможете элементарно ее заменить, так как само стекло, ну, доступно стоит и всегда есть в наличии. Система работает по средству косвенного нагрева. Сам коллектор солнечный ставится либо на крышу, либо на любом хорошо освещенном участке, ориентированный на восток, либо на юго-восток. Вот. И сам бак, либо буферная емкость, как называется, ставится в теплом помещении, ну, где, так сказать, у человека есть место. В принципе, не знаю, что еще. По техническим характеристикам можно сказать, что нагрев происходит в любой, так сказать, сезон. Даже пусть это будет зима, и если вот люди читают и слышат, что какие-то некие стереотипы о том, что зимой система неэффективна, это неправда, потому что она минимально что, но градусов 36-40 нагреет, этого достаточно для пользования и непосредственно эффективного, так сказать, экономии средств и энергоресурсов. А можно вот полностью заменить центральное питание, да, вот, которое электроэнергия, на вот такое? Ну, эта система рассчитана на нагрев воды, и если говорить о чисто ГВС и использовании воды для бытовых нужд, там, купания, мытья посуды и так далее, то на 100% можно. Вот. Что касается отопления, минимально, что можно получить при должном подборе оборудования, это 30% экономии ресурсов. В идеальных условиях где-то до 70%. На 100% отопить, к сожалению, с помощью солнечных коллекторов помещение невозможно. Но экономить можно. Спасибо. Используют оборудование для автономного горячего водоснабжения, подогрева воды в бассейнах, обогрева теплиц, нагрева воды для технических целей. Солнечный коллектор обеспечит сбор солнечного излучения в любую погоду, вне зависимости от температуры. Работает коллектор круглосуточно, устанавливать его необходимо в таких местах, как крыша или стена балкона. А вот по поводу работы, то он может работать до 25 лет.